Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Хорошая погода, классный лед. Были опасения у нас определенные по этой игре, так как очень эмоциональный матч у нас выдался дома с Красноярском. И традиционно очень сложный соперник «Уральский трубник». Мы здесь очень-очень редко, когда играем успешно, так скажем. Поэтому, видимо, удалось ребят зажечь. Они с первой до последней минуты играли очень активно, как мы с ними договаривались. И вся скамейка жила игрой. Это очень здорово. Поэтому они молодцы. Их с победой поздравляю. Ужасная игра в обороне. И беззубая игра в нападении. Счет 0-3. У меня нет слов. Игроки, которые должны задавать темп, к сожалению, его не было, и пришлось во втором тайме кардинально менять. Мы поменяли на борт. Егора Егоровича поставили. В середине все переделали. Поставили молодых ребят, которые пусть в мастерстве уступают, но хотя бы в желании они превосходят. В желании бороться, бежать вперед. Я думаю, просто вот этот выезд длинный очень, он нас очень сильно сломал. Мы физически очень сильно устали. Мы никак пока не можем выйти из этого состояния. Пытаемся, но, к сожалению, пока ничего не получается.